Привет! А мы на дачу собираемся, едем с собаками на 2 дня к нашим друзьям. Собаки первый раз выезжают на дачу, я их собираю. Перво-наперво беру им вот такую вот лежаночку, чтобы они в незнакомом новом месте чувствовали себя комфортно, чтобы что-то привычное у них было и родное. Обязательно берем пеленочки, которые мы дома положим, привычные им. А также мисочки из дома мы берем для того, чтобы кушать и пить. Привычную уже нам бутылочку, вот такую, которая переноска, если мы пойдем куда-нибудь гулять, мы обязательно ее с собой захватим, не помешает. Корм, который они кушают, расческа, потом я возьму обязательно вкусняшки, может быть, мы там какой-то дрессировкой позанимаемся, побегаем. Погода какая-то непредсказуемая, по телевизору говорили, что к вечеру какой-то будет погодный коллапс, поэтому надо подстраховаться и взять побольше разной одежды. Возьму вот такие тепленькие жилеточки, если вдруг прохладно будет, чтобы можно было на них надеть. Если будет достаточно тепло и дождливо, возьмем вот такие дождевички. Они тоненькие, без подкладки, но они непромокаемые, для того, чтобы собаки не были грязные, как свинюшки, и чтобы они не ходили мокрые. Ну и поедем мы сейчас, солнышко на улице, поедем вот в таких уже привычных и знакомых маечках. Обязательно возьмем игрушки. Ну, может быть, на улице получится погулять, поиграть. И вот эта косметичка, я сюда положила ватные диски для того, чтобы глазки протирать. Положила спрей для зубов. Мы каждый день брызгаем на зубы, поэтому нам нужен он будет. Резиночки, потому что прически нужно будет наводить. И взяла еще на всякий случай смекту, если вдруг животики заболят. И шприц для того, чтобы эту смекту дать. Ну что, вперед! Ну все, мы выехали. Мы теперь уже в дороге. Вот наши... Ой! Собачатины. Мишка сидит на руках, она боится, уже отвыкла от машины. А где наша Монечка? Вон Монечка, вон она. Монечка умная девочка. Монечка лежит в лежанке. Она ездит хорошо, машину не боится. Само спокойствие. Дорога довольно дальняя нам предстоит. Получается, от Москвы где-то около 100 километров. Ну, я думаю, что дорога будет легкой и незатруднительной. Кто-то смотрит у нас в окошко. Мишка, как интересно, да? Любим ездить на машинке. Синоптики не ошиблись, погода действительно очень сильно ухудшилась. Поднялся сильный ветер, дождь шел. Нас отключили электричество, видимо, какое-то повреждение идет электропередач, но нам все не почем. Все равно нам очень здорово, здесь очень интересно, лучше, чем дома в любом случае. Собаки вообще просто в полном восторге. Мы очень удачно перед поездкой купили новые жилеточки, мы утеплились, и очень здорово, что мы их взяли. Мы и в майках, и в жилетках, потому что прохладно, они в них гоняют, несмотря на то, что по размеру они оказались немножко большеваты. Это все мелочи жизни. Соседские яблоки всегда самые-самые вкусные.
собираться уже домой. Погода все-таки подвела, не дала нам отдохнуть полноценно. Будем потихоньку собираться. Но все равно мы очень-очень довольны поездкой. На природе всегда лучше, чем дома. Особенно на такой прекрасной даче, на которой мы сейчас. Все, всем пока-пока.